Иосиф Бродский, не выходи из комнаты, не совершай ошибку. Зачем тебе солнце, если ты куришь шипку? За дверью бессмысленно все, даже возглас счастья. Только в уборную и сразу же возвращайся. О, не выходи из комнаты, не вызывай мотора, потому что пространство сделано из коридора и кончается счетчиком. А если войдет живая Милка, пасть разевая, выгони, не раздевая. Не выходи из комнаты, считай, что тебя продуло. Что интереснее на свете стены и стула? Зачем выходить оттуда, куда ты вернешься вечером, таким же, каким ты был, а тем более изувеченным? О, не выходи из комнаты, танцуй, поймав басанову, в пальто на голое тело, в туфлях на босую ногу. В прихожей пахнет капустой и мазью лыжной. Ты написал много букв, еще одна будет лишней. Не выходи из комнаты. О, пускай только комната догадывается, как ты выглядишь. И вообще, инкогнито эрго сум, как заметила в форме, в сердцах субстанция. Не выходи из комнаты. На улице чая не Франция. Не будь дураком. Будь тем, чем другие не были. Не выходи из комнаты. То есть... дай волю мебели, слейся лицом с обоями, забрись и забаррикадируйся шкафом от Хроноса, Космоса, Эроса, Расы, Вируса.